Нарок, Бонасяйра, Молдова. Всех приветствую и поздравляю с Днем Незалежності, Молдова. 30 років сегодня. И морской репортаж от Орешка. Я знаю, есть зрители Молдова, которые смотрят, которые отдыхали здесь, которые были. Много моих друзей из Молдовы, из Кишинева. Анены Ной, новые Анены. С праздником, дорогие. Процветание в стране. Всего-всего хорошего. И приглашаю к просмотру всех-всех-всех. Возможно, кто-то впервые на канале YouTube Андрей Орешек. Приглашаю, дорогие. 27-е, так? Сегодня августа. 2021 лик. Говорит и показывает Мальта. Затока. Бугас. Будакская коса. И чудесная летняя. До 31-го еще у нас лето. Так. Летняя погода. С прохладным ветерком. С ветерком уже похожим на сентябрьский. Так, площадочку хочу вот показать вам, как, пожалуйста, все работает, все действует. Это тоже очень приятно. Детворы много, девочки, мальчики, все играют, все сами приходят, никто никого не заставляет. Вот это очень тоже важно. И я также участник игр. Так что здесь, видите, и площадка, и инвентарь. Все на месте, все в чудесном, прекрасном состоянии. Конечно, вот я програбил сейчас, да, где-то достаются там камешки, ракушки. Так, если присмотреться, да, ну, что-то где-то есть. Сеточку вот так закидываем наверх, и, пожалуйста, волейбольная площадка плавно превращается в футбольную для пляжного футбола. Детская площадочка. Обеденное время сейчас, так, возможно, кто отдыхает еще после обеда. Так, и по погоде. Прохладный ветерок. Ветерок. Где-то дожди были мощные, сильные по Украине. У нас так дождь на полчаса. Вчера пасмурная погода. Но сегодня уже все по-другому. По-другому. Я также плаваю. Без плавания не проходит ни дня. 22 градуса температура морской воды средняя. Медузы есть, вот сразу ветерок чувствуете, да, вот где-то здесь подальше, без ветерка, вот, вот, пожалуйста, ветерок мы уже видим и слышим, да, видим и слышим, уже прохладненько, вот так пройдусь еще покажу вам там что подальше, есть отдыхающие, и причем сентябрь, берем, захватываем, все есть, все работает, все действует. Комфортная, приятная, чудесная погода. Прохладный ветерок. Вечера проходят бурно, весело, танцы, пляски. Так что, ребята, 1 сентября в школу идем здесь. Школьная линейка, все планируется. Вот Ваня готовится к прыжку. Стараюсь по именам также всех, это супер. Мясковский Максим, прибыли с семьей. Аленушка, девочки чудесные, прекрасные. Расположились, встретил, тоже будет сюжет впереди обовязково, конечно, покажу, расскажу, вместе пообщаемся, это тоже круто. Сосед, вишенка, винотя, Максимка. На первом этаже здесь комфортные комнаты, все. Я спрашиваю ребят, как все, что, так, все нормально. Поездом прибыли, сегодня маршрутка сразу номер 6 на дорожник подошла, говорят, долго не ждали. Все удачно. И так по времени в 6:30 я на дорожник уже вышел к ребятам. Уже были здесь. С поселением. Момент, да, многих интересует. Но по правилам в 12, там, до 2 часов, так я слышал, да. Поселение прошло даже чуть пораньше с ускорением. Где-то к 11 часам уже ребята заселились. Ну, до 12 то точно. Поэтому, ну, вот где-то здесь в окнах не будем пока будить ребят.
Так что все на месте уже. Молодцы. С приездом, дорогие. И приятного, классного отдыха. Какие вопросы, предложения, пожалуйста, Олежка на связь. Приятное солнышко. Еще раз с днем незалежності Молдова, независимости, Біне, Айс, Вініт, Акаце, Мальта, Юкрейн. Поздравляю и приглашаю ребята на отдых. Если в этом году не получается, так, я думаю, на следующий год получится точно. Конечно, Беларусь, все страны, конечно, ребятки, хочется одной дружной семьей, чтобы мы были, жили и отдыхали. Я думаю, вы все тоже только за, правда? Ой, вот хочу передать все же воздух чудесный, свежайший. Это лиман, это море. Создают здесь также обстановку отдыха. Машка где-то так появляется, опять же, так на полчасика, на часик вечером, возможно, где-то подольше, а потом уже поменьше. Так все тоже, все быстро. Полет нормальный, настроение отличное, ребята. Хочу вам также передать позитив свой, положительный. Счастливо, до новых встреч. И не забудьте поддержать Винницкую Ниву футбол, Друга Лига, чемпионат Украины. Игра с Рубиконом и Винниц. Начало в 17:00. Я также хочу поддержать родную команду своего родного города Берлина Падилля, место над Богом. Всем всего хорошего. Орешка с вами, дорогие. И приятного морского летнего настроения. Ай, солнышко. Чао, бомбинам!